Тема сегодняшнего занятия, я хотел бы вам сделать в виде повышения конкурентоспособности товаров и услуг, которые мы преподаем для знаменитых компаний, которые вы видите на этом, слайде. Это Samsung Electronics, Samsung Electromechanics, Hynix, POSCO, LGCNS, Corning, Amoy Pacific и другие. Это мои постоянные клиенты. 네, 우리가 오늘 열리고자 하는 강의의 주 내용은 한국 이노베이션 문화 속에서 그 존재하는 그 상품의 경쟁력에 관련된 문제점과 그 과제를 살펴보고자 하겠고요. 그래서 여기 제시된 유명한 한국적인 브랜드들이 이 기업들이 다 트리즈 강의를 통해서 자기 상품 가치를 많이 높았고 그리고 자기 강력한 그 특허도 많이 만들어냈습니다. Моё имя очень длинное. Меня зовут Юрий Даниловский. Но вы можете звать меня коротким корейским именем. Вы можете называть меня доктор Юрий. Я думаю, что все знают, что означает слово Юрий в корейском языке. 제 이름은 유리 다닐롭스키입니다. 유리라는 말은 그 이름이고요. 다닐롭스키 성이에요. 근데 간단하게 말씀하시면 그냥 유리, 닥터 유리 쓰시면 됩니다. 그 유리 창에 쓰이는 유리가 있잖아요. 발음이 똑같아요. Как я говорил, я давно работаю в Корее, почти 10 лет. И вы видите, что я работаю очень давно. У меня больше 70 патентов, я профессиональный консультант. Я работал в компаниях Samsung Electronics, Samsung Electromechanics. Остальные компании, которые вы видите, POSCO, LG, CNS и Hynix, это мои постоянные клиенты за минувшие 5 лет. 네, 저는 그 PhD 박사를 학위를 가지고 있고요. 그리고 트리즈 마스터로서 제가 한국에서 2005년부터 활동을 시작을 했습니다. 그래서 그 삼성 엘렉트로닉, 삼성 엘렉트로메하닉스 기업에서 2009년까지를 근무를 했고요. 그다음에 그 미국 기업의 그 한국에 있는 지점에서 지금 현재까지 활동을 하고 있고요. 아, 그동안 제가 한국에 계시면서 있으면서 3천 명의 엔지니어들한테 트리즈 강의를 들려줬습니다. Внизу вы видите обложку с электронного учебника, который продается на корейском рынке с 2010 года. Это онлайн трис учебник. 아, 이 여기 아래 표지가 보이는데요. 이 표지는 바로 자기가 개발한, 자기가 구성한 그 전자식의 교과서예요. 2010년부터 이런 교과서가 한국 시장에서 팔리고 있습니다. Позвольте мне представить переводчика, который сегодня работает, Маргарита Ким. 네, 저는 김 마르가리타라고요. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить миссис Элизабет Ли за любезное приглашение представить мою дисциплину этому собранию. И вы видите, совсем недавно мы вместе с Элизабет Ли выступали в университете КАИСТ и докладывали вместе доклад. 네, 오늘 이선영 대표님께서 제가 특별한 감사를 드리고 싶어요. 왜냐하면 트리즈 강의를 들려달라고 이렇게 요청이 왔기 때문에 저는 이렇게 이 자리에서 서게 됐고요. 그거를 감사하게 생각합니다. 그리고 얼마 전에 이선영 대표님이랑 카이스트 대학교에서 같이 이렇게 공동 강의를 맡아본 적도 있었습니다. Каждый из вас получит электронную версию этого доклада, и вы видите линк, на котором можно посмотреть на корейском языке, послушать этот доклад. И 우리 강의를 한 내용을 그 링크에 이렇게 누르시면 그 강의를 들어볼 수 있습니다. Сегодня мы будем говорить о ресурсах, с чего начинается каждое тризовское исследование. Оно начинается с анализа ресурсов. И
ресурсы позволяют, позволяют человеку увидеть те возможности, с помощью которых он может создать новые технологии и новые товары. В сегодняшней лекции я постараюсь сделать фокус на то, чтобы люди умели видеть, люди ориентировались на то, чтобы видеть ресурсы для нового бизнеса, ресурсы для создания новых товаров. 예, 그 각 트리지 조사가 무엇부터 시작되냐면 그 소스를 볼 줄 아는 시야가 일단 열려야 됩니다. 그 소스 분석을 하되 새로운 가능성을 통해서 새로운 상품, 새로운 기술을 만들어낼 수 있는 능력은 바로 트리즈 전문가들이 하는 일이에요. Как я говорил, цель нашей лекции сегодня – это коррекция зрения. Неспроста я пошутил про очки. 예, 저는 그 여기 그 안경이 왜 쓰여져 있냐면 우리 그 트리즈 전문가들이 전문가가 되려면 약간 시야가 시선이 바꿔야 돼요. 수정이 돼야 돼요. 코렉션 돼야 돼요. 그래서 지금 비유적으로 이렇게 안경 그림이 나와 있어요. Если вы посмотрите на эту картинку, я вас могу спросить, видно ли что-нибудь на этой картинке? 이 그냥 그 커피알이 그려진 그림을 보시면은 뭔가 특별한 점이 보입니까? Наверное, ничего не видно. 아마도 아무것도 뭐 특별한 거 보이지 않을 겁니다. Но если посмотреть немножко внимательнее, то вы можете увидеть, что на этой картинке изображена фотография автора этой картинки. 네, 여기 아래 부분에 동그라미 속에 이렇게 표시가 되어 있는데요. 여기 사람 얼굴이 숨겨져 있습니다. 이 사람은 바로 이 작품을 만들어낸 작가예요. Примерно так же устроена платформа, на которой мы базируемся, когда мы преподаем нашу дисциплину. Леонардо да Винчи говорил. Люди делятся на три категории. Те, которые видят, если им показать, и те, которые не видят, даже если им не показать. 그래서 그 트리즈의 플랫폼이 바로 이런 개념에 이렇게 기반을 가지고 있고요. 레오나르도 다빈치 유명한 화가의 말이 있어요. 첫 번째는 사람들이 세 가지 종류로 나뉘어져 있습니다. 첫 번째 사람들의 종류는 어떤 사람이냐면 그 자기가 스스로 볼 줄 아는 시선을 가진 사람들이 있고 두 번째 카테고리 사람들은 옆에 누가 보여줘야만이 자기가 볼 수 있는 거예요. 세 번째 카테고리 사람은 옆에 누군가 보여줘도 안 보이는 거예요. 눈이 안 들어오는 거예요. Первые категории наше обучение не нужно, потому что они и так видят ресурсы. А вот обучение для второй категории, а это 85% человек, оно приносит большую пользу. 그래서 그 첫 번째 카테고리에 속한 사람들은 이미 자기 눈이 보는 눈이 있으니까 우리 트리즈 강의가 필요 없고요. 두 번째 종류의 사람들에게는 트리즈 강의가 되게 유리할 거예요. Как я говорил, мы сегодня будем говорить о проблемах зрения, и та дисциплина, о которой я буду рассказывать, способность видеть ресурсы, она похожа на вот такую специальную систему для того, чтобы видеть ресурсы. 그래서 그 소스를 볼 줄 아는 눈이 생겨야 되는데요. 그거를 약간 비유적으로 보여준 그런 안경이에요. Что такое ресурсы? Ресурсы – это все, что может вам помочь изобрести новую техническую систему, решить вашу проблему, придумать новый товар, придумать новый бизнес. 소스란 무엇인가요? 소스라는 개념은 그냥 새로운 가능성, 그 새로운 가능성, 새로운 사업을, 새로운 기술을 개발하는 데 있어서 모든 것이에요, 그거는. Вы видели интересную картинку на обложке? Я катаюсь на велосипеде, у которого нет руля. Когда мы будем с вами обсуждать ресурсы функций, я объясню, каким способом можно было изобрести такой велосипед. Это даже не совсем велосипед, это скорее тренажер для того, чтобы люди могли тренировать равновесие. 그 여기 그림에 보시면은 이 다닐럽스키 박사님께서 지금 자전거를 타고 있는데요. 자전거에 그 이런 그 손잡이가 없는 거예요. 보통 있는 손잡이가 없는 거야 타고 있어요. 근데 이거는 그 기능적인 소스를 활용하여 개발한 그 트레이닝 장치예요. 사실은. Но прототипом для этого товара был обычный велосипед. Надо было просто увидеть ресурсы этого велосипеда для того, чтобы изобрести новый тренажер. 네, 그 이 그 트레이닝 장치를 그 개발하기 전에 그냥 어떤 사람이 전문가가 그 봐서 그 그냥 일반적인 자전거를 봐서 거기서 소스를 끌어냈다는 거죠. Когда мы говорим о ресурсах, мы можем предложить классификационную систему ресурсов. И вы помните из школьного курса физики, что такое время, что такое вещества, что такое энергия, что такое пространство. 그래서 저희가 그 소스를 클래시피케이션 분류할 시키려면 우리가 그 학교 때 기본적으로 물리학 시간에 배운 개념들을 알아내야 돼요. 물질에 대한 개념, 시간의 에너지, 공간에 대한 개념.
Это ресурсы материи, которые мы используем для того, чтобы изобрести новый товар. Но есть не только ресурсы материи, есть еще ресурсы информации в нашей классификационной системе. Это ресурсы понятия системы, ресурсы понятия функции и их возможности, ресурсы надсистемных факторов, таких как войны, экономические кризисы, а главным образом традиционное поведение людей. 그리고 저희가 그 또 배워야 될 것은 그 물리학적으로만 보이는 것들만 배워야 되는 것이지만 우리가 정보적인 소스도 알아야 됩니다. 그리고 그 소스 중에 기능에 관련된 소스들이 있고 그리고 또 알아야 될 것은 그 시스템 소스 외에 그 시스템 그 밖에 있는 것들도 환경을 우리가 알아내야 돼요. 그 환경은 나라의 정책 아니면 시장성 아니면 그 나라 사람들의 뭐 내셔널 특징 같은 그런 것도 염두에 둬야 됩니다. В нашей дисциплине для того, чтобы узнавать ресурсы, существуют специальные компьютерные программы, например, function-oriented search, disadvantage-oriented search и удобные диаграммы для того, чтобы рассуждать о свойствах товара относительно их относительно потребностей людей. 그래서 우리가 우리 트리즈 분야에서는 그 소스를 알아내기 위해서 특수한 컴퓨터 프로그램을 이렇게 사용되고 있고요. 그리고 우리가 아주 편리한 다이아그라마를 사용하고 있습니다. Шаг за шагом мы рассмотрим все ресурсы, ресурсы материи, ресурсы функции, ресурсы потребностей людей, ресурсы типичных недостатков, ресурсы возможности формулировать физические и технические противоречия во время анализа, ресурсы наших знаний о 40 приемах разрешения технических противоречий и ресурсы наших знаний о трендах развития рынков и техники. Вот так вот шаг за шагом мы намерены прочесть цикл лекций в рамках вот этого собрания. И сегодня мы рассмотрим только ресурсы материи. Мы поговорим только о ресурсах времени, вещества, энергии и пространства. 예, 우리가 그 루비즈 강의를 통해서 우리가 이렇게 일곱 가지 단계를 다 배워내야 돼요. 그 짧은 시간에. 그래서 오늘은 우리가 그 첫 번째 그 리스크 물질에 관련된 소스를 배울 것인데요. 거기는 뭐 시간, 에너지, 공간 개념들이 다 들어간 거예요. Этим циклом лекций мы открываем большой этой лекции мы открываем большой цикл лекций, который мы намерены прочесть. 그래서 우리가 오늘 첫 강의를 하고자 아주 긴 시리즈의 강의의 그 시작 강의를 이렇게 강의를 열리고자 합니다. Давайте рассмотрим шаг за шагом все ресурсы и посмотрим, как на практике можно применять эти ресурсы для того, чтобы решать проблемы, для того, чтобы видеть возможность создания новых товаров и новых бизнесов. Начнем с ресурсов времени. 우리가 일단 그 새로운 아이디어 생성해내기 위해서 시간이라는 개념을, 시간이라는 소스를 알아봅시다. Вы видите два объекта, груша и бутылка. Как вы думаете, можно ли грушу засунуть в бутылку? 여기 제가 손에 들고 있는 두 가지 물질이 있는데요. 하나는 병이고 하나는 배예요. 그 배를 어떻게 병 속에 넣을 수 있을까요? Это одно из свойств ресурса времени. Мы можем использовать время по прямому назначению, мы можем использовать время до основного процесса, мы можем использовать время после основного процесса. Мы сейчас говорим о использовании ресурса времени непосредственно. 그래서 저희가 시간 개념이라고 그 시간 개념을 살펴봤을 때 그 본격적인 과정 들어가기 전 그 시간이나 아니면 그 본격적인 그 과정 자체 시간 아니면 그 본격적인 과정 후 시간을 잘 활용해두면은 그 새로운 아이디어들이 생겨날 수 있습니다. Вы видите, что это возможно, потому что этот товар существует на рынке почти 100 лет. 보시다시피 이 배가 결과적으로는 병 속에 들어간 거예요. 이런 제품은 프랑스에서 100년 동안 계속 그 판매됐던 유명한 그 상품이에요. Как вы думаете, как этот товар производят? Есть ли у вас какие-нибудь идеи? 이 배가 그 병 속에서 어떻게 들어갔습니까? 어떤 아이디어들이 있으십니까? Груша выросла внутри бутылки уже. Абсолютно правильный ответ. 정답입니다. Но позвольте мне пояснить, как можно к этому ответу прийти с помощью системного подхода, который очень эффективен на практике. Когда мы говорим о системном подходе, мы очень часто используем
схему девятиэкранного мышления. Вы видите эту диаграмму здесь. Эта диаграмма состоит из трех частей. Техническая система сегодня, техническая система вчера, техническая система завтра. И три уровня. Уровень технической системы, уровень суперсистемы, окружения, environment, и уровень того, из чего состоит система, уровень сабсистемы. 여기 그 슬라이드를 보시면은 이 그 이런 아홉 창을 가진 아홉 창의 그 다이아그램을 통해서 체계적으로 그런 그 소스를 이렇게 접근을 할 수 있습니다. 여기는 그 예를 들어서 그 배는 하나의 테크니컬 시스테마로 보시면은 그 테크니컬 시스테마는 어제 어떻게 어떤 과정을 걸치고 있었는지, 오늘은 어떤 과정을 걸치고 있는지, 앞으로는 어떻게 될 것인지 이런 것들을 다 살펴볼 수 있습니다. Это очень важная платформа для анализа, потому что когда мы говорим о каком-то товаре, например, мы говорим о товаре для создания информации, мы рассматриваем всю цепочку появления, всю цепочку эволюции товара. Вот товар был раньше, вот потом он стал карандашом, вот он изменил карандаш, потом он изменил свойства конструкции, и так шаг за шагом до появления других систем информации, которые для которых тоже нужен карандаш, для тачскрин. 그래서 우리가 그 하나의 그 시스테마를 가져서 그 시스테마가 전 그 기간부터 현재까지 앞으로까지 어떻게 진화가 되는지 그런 과정을 살펴봐야 됩니다. 구체적으로. Соответственно, когда мы решаем проблему, как засунуть грушу в бутылку, мы смотрим на грушу и мы можем задать вопрос, что было с грушей вчера. 그래서 우리가 배를 이렇게 쳐다봤을 때 배는 옛날에 어떤 상태였을까? 이렇게 질문을 자기한테 던져야 됩니다. Совершенно верно. Вчера груша была цветком. 전에는 자기가 그 꽃이었어요. 배꽃. Груша была цветком, цветок был маленький, и можно было поместить цветок в бутылку. 꽃은 병 속에 들어갈 수 있으니까 그 병 속에 집어놨어요, 사람들이. И вы видите процесс производства этого вина с грушей внутри, который существует уже более 100 лет. 그래서 이 와인 제품이 바로 특점은 프랑스에서 개발했고 100년 동안 계속 이렇게 인기 상품으로 팔리고 있어요. 그 결과적으로는 이렇게 다 이런 식으로 재배를 하는 거예요. Вы видите, это масштабный бизнес, и весь этот бизнес построен исключительно на ресурсе времени. 아주 큰 사업이에요, 프랑스에서. 근데 여기는 딱 하나의 시간 소스 개념이 들어간 거예요. 단순하게. Я говорил о ресурсе времени, когда мы можем сделать что-нибудь до основного процесса. Вы знаете, каким образом режут стекло? Для того, чтобы ровно отрезать стекло, сначала проводят процарапывают линию, а потом по этому микродефекту стекло ломается абсолютно ровно. 제가 이렇게 얘기를 말씀드렸듯이 그 본격적인 과정 들어가기 전에 그 before라는 과정이 있었잖아요. 그래서 그 메인 커팅 그 유리를 커팅하기 전에는 여러 번 그 라인대로 스크래치 하면은 그거는 그 되게 쉽게 끊어지죠. Вы видите, что во многих случаях мы тратим очень много шагов для того, чтобы получить конечный результат. Например, для того, чтобы выпить чашку кофе, посмотрите, как много шагов нужно произвести, чтобы выпить кофе. Найти кофе, размолоть его, потом поместить его на огонь, и только потом шаг номер 5 можно выпить кофе. 예를 들어서 우리가 커피 마실 때 그 커피 마시는 과정은 되게 스텝 바이 스텝 많은 스텝들이 들어간 거죠. 예를 들어서 먼저 커피를 사야 되고 꺼내야 되고 포장지에서 그다음에 커피 그 기계를 다시 이렇게 가져서 커피를 이렇게 갈아야 되고 그다음에 커피를 또 끓여야 되잖아요. 그다음에 이제 마시게 되는데요. 아주 많은 과정들이 걸치는 거예요. Существует множество решений для того, чтобы ускорить этот процесс. Например, растворимость. 네, 이 그 과정을 단축시키기 위해서 사람들이 생각을 해서 그 어떻게 짧은 시간에 커피를 마실 수 있냐. 그래서 이렇게 녹을 수 빨리 녹아 버리는 커피를 개발을 한 거예요. Но когда мы рассуждаем о ресурсах времени и говорим, что можно сделать что-нибудь до того, мы можем знать очень много примеров из истории. Например, такая же проблема встретится, если вы попытаетесь выпить чай. И вы знаете, способ ускорения выпить чай – это изобретение чайного пакета. Такая же проблема, столько же шагов было применено для того, чтобы произвести процесс курения через трубку. Ровно то же самое. И изобретением было изобретение сигарет.
Вы посмотрите, одинаковый недостаток приводит к одинаковым решениям. Мы зовем эту ситуацию disadvantage oriented search, и у нас есть специальная электронная база данных, которая нам позволяет, опираясь на знания недостатков и типичных ресурсов операций со временем, очень быстро решить задачу по аналогии. 예를 들어서 여기는 어떤 우리한테 어떤 과제가 열리냐면 그 커피 같은 경우에는 우리가 고민이 생겼잖아요. 어떻게 단축시킬 수 있는가. 근데 여기 동시에 고민해야 될 것은 혹시 다른 분야에서 다른 제품을 개발하는데 비슷한 그 문제점이 없었는지 우리가 먼저 생각해 봐야 돼요. 생각해 오면 아, 우리가 차 마실 때도 그런 같은 프로그램이 있었구나. 그래서 차는 어떻게 해결됐어요? 티백이 이렇게 생겨났죠? 아니면 그 담배도 옛날에 이런 식으로 폈지만 복잡하게 지금 이런 식으로 변했어요. 이런 그 다른 제품이지만 문제가 똑같았어요. 그래서 우리가 그 데이터베이스를 가지고 있어요. 이런 비슷한 문제점을 가진 제품이 또 없었는가? 그 데이터베이스를 통해서 우리가 빨리 문제를 해결을 할 수 있어요. Во всех этих случаях до основного процесса была изобретена идея кафе. Мы можем применить эту же идею, если мы думаем о новой конструкции кофеварки тоже. Мы можем придумать картридж для кофеварки. 예를 들어서 그 모든 그 공통점은 뭐냐면 어떤 티백 아니면 캡슐 이렇게 이런 그 제품이 들어간 거죠. 이 기술이. 그래서 이렇게 커피 캡슐이 생겨났고 이거에 관련된 И вы видите эту систему, которая сегодня существует на рынке, она появилась только 3 года тому назад. Система для того, чтобы варить кофе с помощью картриджа. 그 캡슐이라는 시스템이 생김으로써 바로 그 3년 전에 이런 캡슐 사용할 수 있게끔 개발된 이런 기계가 생겼어요. 커피 기계. Я немного забегаю вперед и говорю, similar problem, similar solution. Это значит, что одинаковые проблемы часто дают одинаковые результаты. И если мы знаем все эти алгоритмы, то мы можем не тратить наше время на фантазии, а пользоваться знаниями этих алгоритмов. 그래서 저희가 그런 말이 있어요. 같은 문제점이 생기면 같은 솔루션도 이렇게 해결 방안도 똑같습니다. 그래서 우리가 혼자서 막 고민하지 말고 그냥 데이터베이스를 사용하면서 이미 어떻게 해결됐는지 우리가 이렇게 정보를 얻을 수 있어요. Вы видите ровно ту же самую проблему, но в другой области. Это выращивание сельскохозяйственных культур. Их сначала можно вырастить в комфортных условиях, а потом разделить на части, а потом вывести на поля и очень быстро получить результат. 이렇게 풀 재배하는도 마찬가지. 우리가 이렇게 조금씩 하나 재배하고 그다음에 그냥 섹션으로 파트로 나눠서 아주 빠른 시간에 이렇게 재배물을 이렇게 농산물을 이렇게 받을 수 있습니다. И вы видите две картинки: прием номер 10 и прием номер 1. Ровно те же картинки, как в предыдущем случае. Прием номер 10 говорит, нужно сделать что-то до основного процесса, а прием номер 1 постарайтесь разделить на части ваш процесс. 그리고 우리가 그 1번, 10번 그런 개념의 비법들이 있어요. 1번 비법, 10번 비법 이렇게 불리는데요. 어떤 거냐면 어떤 문제점을 해결하기 전에 먼저 그 전의 과정을 생각해라. 그래서 생각하고 혹시라도 이렇게 파트식으로 나눠서 해결을 해봐라. 이런 비법들을 활용하여 우리가 이런 기술을 보게 됐습니다. 1번 문제점 Вы можете использовать не только ресурс времени, не только ресурс операции с веществами, вы можете еще использовать ресурс функции и передать функцию какому-то другому элементу. Посмотрите на новую конструкцию карандаша, которая не требует использования ножа. Мы убрали отсюда нож, потому что мы заранее заточили, мы заранее разделили карандаш на много частей и заранее его заточили. 우리가 그 기능에 관련된 소스라는 개념이 있어요. 거기는 어떤 거냐면 다른 대상에게 자기 펑션을 기능을 이렇게 전달하는 거예요. 예를 들어서 옛날에 우리가 연필을 깎았잖아요. 칼로. 이젠 칼
칼의 펑션이 필요 없게 됐어요. 왜냐하면 이미 깎은 상태로 이렇게 파트식으로 나눠서 이런 연필을 만들어낼 수 있었습니다. Мы называем эту операцию с функцией тримингом и будем изучать ее в том разделе, который будет посвящен ресурсам функций. Но ровно ту же самую логику вы можете увидеть и в другой конструкции карандаша. Этот карандаш сделан из бумаги, и он тоже не нуждается в ноже, потому что мы передали функцию ножа конструкции самого карандаша. 네, 같은 방식이 이런 종류의 연필에도 적용이 되었습니다. 왜냐하면 그 칼의 기능을 바로 여기에다가 집어넣었어요. 이렇게 칼 없이도 이제 자기가 이렇게 갈려줄 수 있습니다. 그 연필이. Еще один важный аспект использования ресурсов – краудсорсинг. Я думаю, что вы знаете это слово, я не буду читать этот текст. Вы знаете, краудсорсинг – это возможность использовать какое-то время свободных человек для того, чтобы объединить это время и получить новый продукт. 클라우드 소싱이라는 그 개념이 있는데요. 어떤 개념이냐면 그 사람들의 이렇게 자원봉사자들의 그 시간만 이렇게 시간 에너지를 활용해서 새로운 상품을 만들어 내는 거예요. И даже сегодня мы используем подход краудсорсинга для того, чтобы создать рекламную лекцию, которая впоследствии мы используем ресурс моего времени, мы используем ресурс времени Маргариты Ким, знания. Мои знания и Маргариты Ким для того, чтобы создать сегодняшнюю лекцию, которая нам позволит завтра получить у вас какие-то заказы на то, чтобы помочь вам повысить конкурентоспособность ваших товаров. 오늘도 그 오늘 강의 예를 들자면 예를 들어 크라우드소싱이란 뭐냐면 닥터 유리 박사님께 박사님의 시간과 그 지식 그리고 마르가리타님의 시간과 지식을 이렇게 합쳐서 우리가 시간 에너지를 합쳐서 우리가 이렇게 오늘 강의를 이렇게 구성을 해왔는데요. 이거는 그 홍보용 강의다 이렇게 보시면은 나중에 많은 그 효과를 이끌어낼 수 있는 그런 시간들이죠. Мы можем использовать ресурс времени после. Вы посмотрите, есть интересный формат бизнеса, когда мы можем очень сильно уменьшить стоимость товара и часть функций передать самому заказчику. Например, сборные домики. Сам дом – это очень дорогой объект, но сборный домик позволяет очень сильно уменьшить стоимость, потому что вы можете потом собрать его сами. 그다음에 여기는 그 시간 소스지만 그 after라는 개념이 들어간 시간 소스예요. 여기는 그 그림에 조립식의 그 집을 보여주고 있어요. 지금 집 짓는데 되게 많은 비용들이 필요하잖아요. 근데 지금 어떤 사람이 조립식의 그 집을 이렇게 개발을 했어요. 근데 자기가 그냥 조립식 그런 패널을 가져서 알아서 조립을 하면 돼요. 그래서 시공비가 많이 줄어드는 거죠. Ресурс времени вы можете рассматривать и как возможность продажи товара в рассрочку, потому что цена за товар может быть большой, вы можете разделить его на части, опять применить прием номер один и таким образом сделать распространение вашего товара значительно более быстрым на рынке. 그리고 그 시간 소스 자체를 어떻게 활용할 수 있냐면 그 지불 방식에서도 잘 활용이 되죠. 할부식으로 파트식으로 이렇게 지불 조건을 나누면은 이렇게 훨씬 그 효과적으로 판매를 할 수 있는 거예요. И вы знаете, идея товара в рассрочку была изобретена всего лишь 120 лет тому назад, и сегодня можно купить квартиру в рассрочку или автомобиль в рассрочку. Но позвольте мне привести интересный пример из истории бизнеса. Все знают, что такое швейная машинка Зингера. Надо сказать, что опыт и истории Зингера очень поучительны, потому что у него было не только революционное изобретение в области конструкции иголки, но он применил еще и продажу машин в рассрочку. И благодаря этому развил стремительно бизнес в течение нескольких лет в 9 странах. 그 유명한 예가 있는데요. 그 징겔 재봉틀이 있어요. 회사가. 그래서 그 징겔 회사가 두 가지 그 기술을 사용했어요. 하나는 시간에 관련된 기술, 하나는 자기가 그 새로운 타입의 바늘을 개발을 했고 그 징겔 기계 자체가 질이 좋았고 두 번째는 자기가 그 판매를 그 지불 그 구매 지불을 그 할부식으로 나눴기 때문에
사람들이 그거를 이렇게 순식간에 잘 샀고, 그래서 그 사업이 대박 났고, 이 신규라는 사람이 9개까지 나라에서 성공을 했습니다. В успехе Зингера было две компоненты. Одна компонента находилась в области техники, другая находилась в области изобретения в бизнесе. 자, 하나의 발명은 여기 바로 그 기술 발명이고 하나의 발명은 그 시간적인 소스 발명이죠. Ресурсы пауз. Вы видите людей, которые в метро могут читать книги. Это время можно утилизировать, потому что каждый человек имеет каждый день 2 часа времени на то, чтобы тратить на дорогу, и вы можете выучить иностранный язык или освоить новую профессию. 여기 시간 관련된 개념 중에 파우자, 그 약간 휴지, 이렇게 휴식 시간, 이동 시간, 이렇게 자유로운 시간 개념이 들어간 거예요. 여기 보시다시피 사람들이 이동 중에 그냥 이렇게 핸드폰을, 스마트폰을 보고 계신데요. 뭐 어떤 사람은 문자도 볼 수 있고 카톡을 볼 수 있고 어떤 사람은 그 동안에 이렇게 랭귀지도 하나의 언어도 배울 수 있는 시간일 수도 있어요. Поговорим о ресурсах вещества. 물질에 대해서 얘기를 해보겠습니다. Ресурсы вещества имеют тоже свою классификацию, свои рекомендации, и вы видите, можно использовать агрегатные свойства вещества, изменять агрегатные состояния. Можно использовать свойства вещества, изменять структуру вещества. Можно использовать ресурсы вещества в части, касающейся, когда мы делаем occasion analysis для исследования в области бенчмаркинга. Что такое occasion analysis? Это когда мы думаем о не только о текущих свойствах товара, но мы думаем о тех местах, где этот товар можно применять, о тех областях, где этот товар можно применять, и относительно каких объектов этот товар можно применять. 그리고 우리가 물질을 물질 소스를 관찰해 봤을 때 거기는 우리가 그 물질 물리학 상태도 살펴볼 수 있고 그리고 우리가 구성상 특징도 이렇게 활용을 해볼 수 있고 그리고 제일 중요한 것은 이 물질 하나의 물질을 어디에다가 앞으로 제가 적용을 시킬 수 있는지까지도 우리가 생각을 해야 돼요. Вот простейший пример появления новых бизнесов, если мы просмотрим техническую систему нож. Вы знаете, что ножом можно резать сыр, ножом можно резать хлеб, ножом можно резать яблоко, нож применяется в медицине как хирургический инструмент, ножом можно резать лук, чеснок и так далее. И для каждого из этих объектов на самом деле мы способны придумать новую конструкцию. 그래서 칼이라는 하나의 그 시스템화를 관찰하게 되면은 아주 다양하게 쓰여져 있죠. 뭐 치즈 자를 수도 있고 빵도 자를 수도 있고 그 과일도 이렇게 자를 수도 있고 외과에서도 이렇게 사용하는 것이고 마늘, 양파, 채소, 마가린 이런 것들을 다 이렇게 칼 개념으로 이렇게 자르는 거예요, 우리가. Вы видите два линка на электронной версии, вы потом можете посмотреть учебный материал, как можно сделать бенчмаркинг анализ очень быстро и качественно, зная все представления о веществе, функциях и других ресурсах, и посмотреть видеолекцию, фрагмент объяснения для студентов, как производить быстро бенчмаркинг анализ. 그리고 그 벤치마킹 분석을 하기 위해서 우리가 물질을 어떤 식으로 그렇게 살펴봐야 되는지에 대한 강의를 여기 그 링크를 누르시면 다 이렇게 보실 수 있습니다. Это фрагмент тех лекций, которые я читаю в наших у своих клиентов на английском языке с корейским переводом. 제가 그 거기서 강의 내용은 제가 영어로 주로 하는 것이고 거기 한국어 통역도 이렇게 통역도 되어지는 강의들이고 하나의 그 제가 기업에 가서 강의 모습 나오는 거예요. 그 강의. Давайте поговорим о других свойствах вещества. Например, и вы видите изобретение в рамках бенчмаркинг анализа изобретение совершенно других конструкций ножа, которые отличаются от традиционной. Это специальный нож для того, чтобы вынимать косточки из вишен, или специальный нож для того, чтобы резать зеленый лук. 그래서 그 벤치마킹 분석을 잘 활용하면은 이런 새로운 상품들이 이렇게 생겨나요. 지금 그림에서는 그 체리 속에 그런 이렇게 뼈다귀 부분 알을 그렇게 실을 뺄 수 있는 그런 기계를 이렇게 만들었고 또는 옆에는 그거 풀 같은 그런 이렇게 샐러드 만들 때 그거를 잘라낼 수 있는 칼을 개발을 한 거예요. Эти товары появились на рынке, потому что человек, который их изобрел, задал вопрос,
а могу ли я применить нож лучше для других объектов? В этом и есть смысл occasion analysis и вещества как ресурс. 이 두 가지 상품들을 개발한 사람이 어떤 질문을 던졌냐면, 내가 칼, 일반적인 칼을 어떻게 더 효과적으로 또 효율적으로 쓸 수 있는지 자기가 이렇게 생각하고 있었어요. Давайте поговорим о других свойствах вещества. Например, я вам покажу сейчас несколько объектов, а потом задам вопрос, что было общего. Вот объект номер один. Это соль и жидкость для того, чтобы чистить зубы. По-корейски гаву. 제가 지금 그 여러분들에게 여러 가지 그 제품들을 보여드릴 거예요. 잘 관찰해서 나중에 제 질문에 대한 답을 기다리겠습니다. 예를 들어서 지금 소금이에요. 그 통에 있는 하얀 거는 소금이고 하나의 가글이라는 제품이죠. Вы видите второй пример. Вы можете рассмотреть спички для того, чтобы создавать огонь. И альтернативное решение зажигалка. 여기 성냥이 있고요. 그리고 옆에 라이터가 있어요. 둘 다 불을 우리가 낼 수 있는 제품들이죠. 이거 두 번째 예예요. Вы можете посмотреть на два варианта клея. Жидкий клей и клей другой. 둘 다 글루인데요, 풀인데요. 하나는 립스틱 모양으로 돼 있고 하나는 액체 모양으로 돼 있습니다. 둘 다 풀이에요. Вы можете посмотреть на стирательную резинку для того, чтобы убирать ошибочные линии, но вы знаете, есть альтернативная технология. 네, 여기 보시다시피 그 지우개가 있고요. 그리고 그거 대체하는 기술 또 다른 기술은 그 코렉터예요. 액체로 된 코렉터. И то, и другое – это система для того, чтобы убирать ошибочные линии. 둘 다 오타를 지울 수 있는 기능을 가지고 있습니다. Вы можете посмотреть на сигарету. 여기 보시다시피 вы знаете, альтернативный товар для сигарет. 담배가 있고 это электронные сигареты. 지금 전자담배도 생겼죠. Вы можете посмотреть на песочные часы. 여기 모래시계가 있고 или можете посмотреть на электронные. 전자시계가 있죠. Возникает вопрос, что было общего во всех этих примерах? 아, 공통점이 뭡니까? 이 모든 예를 보시면 보실 때 공통점이 뭡니까? функция одинаковая. Да, во всех примерах была одинаковая функция, совершенно верно. 네, 맞습니다. Но если говорить про все вот эти примеры, что в этих примерах было общего? 네, 이렇게 다 전체적으로 봤을 때 이렇게 두 개, 두 개, 두 개씩 그 물리학적으로 생각하면 어떤 공통점들이 있었습니까? 발전된 А то, что это эволюционные товары из простого к сложному там. Ну, тоже правильный ответ. 그것도 정답이에요. 정답이지만. 찌꺼기가 남는다. 찌꺼기가 남는다. Остаются какие-то отходные и расходные материалы после использования. Ну, не во всех. 모든 예에서는 아니에요. Вот видите, как непросто увидеть ресурсы, обычные ресурсы физики, про которые я начал говорить. Посмотрите, во всех этих товарах, в одном товаре было твердое тело, а в другом товаре была жидкость. 하나는 항상 고체 상태였고, 하나는 액체가 들어간 거였어요. Именно про эти очки я говорил, чтобы узнавать ресурсы. Потому что если вы делаете анализ какой-то системы, профессиональный изобретатель автоматически задает эти вопросы сам себе. Могу ли я заменить твердое тело на жидкость? И таким образом получить совсем другое решение. So, 다른, 약간 다른 각도로 보시는 사람들은 이렇게 생각해요. 제가 하나의 이렇게 물질을 다른 물질로 대체할 수 있는가 거기까지 생각이 갑니다. И у нас для профессиональной работы есть специальная диаграмма. Эта диаграмма сидит в голове у профессионального аналитика. 그래서 그 분석 전문가들은 이런 도면을 이미 이렇게 머릿속에 가지고 있어요. Потому что каждое тело, каждая техническая система может использовать или, например, твердое вещество, или жидкость, или газ, или плазму. 기능이 같지만 같은 기능을 가지고 있는 제품이 자기 본체에서 뭐 그 고체도 가질 수도 있고 액체도 포함될 수도 있고 가스도 포함될 수 있습니다. Представьте себе, что это чайник. 예를 들어서 우리가 주전자라고 생각해 봅시다. Вы знаете, в чайнике кипит вода, но чайник в какой-то момент останавливает кипение. 주전자가 이렇게 작동할 때 물이 다 100도까지 올라가면
끊기죠. 그냥 그 전기에서 자동 자연스럽게 끊기죠. Это возможно потому, что в чайнике есть биметаллическая пластина, как сенсор. Биметаллическая пластина состоит из двух частей, например, из меди и из алюминия. 왜 그러냐면 거기 주전자 구성상 거기 센서가 있어요. 그 센서는 그 두 겹으로 하나는 알루미늄, 하나는 구리로 두 겹으로 이렇게 구성되어 있는 플라스틴이 있어요. Если вы поднесете пламя к этой металлической пластине, из-за того, что это два разных материала с разными коэффициентами термического расширения, они нагреются, удлинятся и произойдет искривление. И таким образом прервется электрический контакт. 그래서 그 아주 그 열에 가하게 되면은 이 플라스틴이 바로 이렇게 꺾이는 거야. 그래서 꺾이는 순간에 바로 그 전원에서 이렇게 꺼져 버리는 거예요. Можете ли вы предложить альтернативную систему для другой конструкции сенсора, потому что это очень частый заказ для нас, обход патента, и получить другое техническое решение с теми же самыми результатами, но по конструкции другой? 네, 구성상 이렇게 다른 제품을 여러분들이 개발을 할 수 있으면 이렇게 언제든지 알려주시기 바랍니다. 우리 목표는 이미 존재되고 있는 특허를 어떻게든 이렇게 대체를 할 수 있는 기술을 개발하는데 우리가 늘 이렇게 힘을 쓰고 있어요. Опять-таки опытный тренированный глаз скажет: "О, это же твёрдое тело, нужно отказаться от твёрдого тела и использовать жидкость". 그래서 전문가 눈으로 봤을 때 Вы можете использовать жидкость и поместить контакт сюда и получить новый тип сенсора. 플라스틴을 봤을 때 그 플라스틴은 고체로 돼 있지만 근데 그 고체 물질을 다른 물질로 액체로 예를 들어서 변경이 가능한가? 가능하죠. 예를 들어서 온도를 몸 온도를 재하는 온도계를 보면은 거기 안에 그 수인이 들어간 거죠. 그것도 하나의 액체 개념의 물질이에요. Это и это существующие решения, а вам нужно обойти патент и получить новые решения для того, чтобы прорваться на американский рынок. Это очень частые заказы для нас. 둘 다 이렇게 이미 존재하고 있는 그런 기술이지만, 근데 다 특허화돼 있지만, 근데 우리가 그거를 넘어서야 되는데, 왜냐면 그 미국 시장으로 들어가려면. Вы можете повторить ваше рассуждение и подумать, мы можем отказаться от газа. Отказаться от жидкости, от твердого тела и думать о газе. Можем ли мы использовать термическое расширение газа для того, чтобы построить новую конструкцию сенсора? 그래서 센서를 개발, 새로운 센서를 개발하기 위해서는 고체랑 액체도 우리가 사용하지 않고 가스로 우리가 대체할 수 있겠는가 이런 것까지 생각을 할 수 있어요. Да, это можно. Я могу показать вам игрушку. В этой игрушке вы видите два сосуда. В одном сосуде жидкость, в одной части газ. И если я увеличу температуру газа, то газ начнет двигать жидкость, и я могу построить новый сенсор. Вот посмотрите, достаточно всего лишь тепла моей ладони для того, чтобы сделать очень чувствительный сенсор. 가능합니다. 그 예를 들어서 이거 인형인데요. 거기 안에는 액체랑 그 가스가 들어가 있어요. 그래서 그 액체를 조금만 이렇게 열을 주면은 어떻게 되냐면 액체가 끓이기 시작해요. И здесь нет никакого изобретения. Нужно просто уметь видеть ресурсы веществ. 이거는 발명보다 이미 존재했던 물리학 그 시선을 열면은 이거를 볼 수 있게 됩니다. Вы знаете, что жидкостный термометр очень инерционный, а термометр система изменения температуры, которую мы можем использовать на основе газа, она будет значительно более чувствительная. Я могу также очень быстро вернуть эту жидкость вниз. 그 가스가 들어간 센서가 훨씬 민감해요. 액체보다. В нашей дисциплине мы не изобретаем. В нашей дисциплине мы вычисляем новые свойства конструкции, потому что мы знаем устройство всех ресурсов, ресурсы времени, вещества, энергии, пространства и остальных ресурсов, о которых мы будем говорить. 트리즈가 지금 발명품을 만드는 그런 그 과학이 아니고요. 이미 존재하는 주변에 둘러싸인 그 물질을 소스를 어떻게 활용을 할 수 있는가 그거를 공부하는 거예요. Но в этой диаграмме есть еще свойства веществ создавать разные структуры. Это тоже такая же важная информация для того, чтобы создавать новые конструкции и новые товары. 네, 그 재구성하는 개념도 여기 볼 수 있습니다, 우리가.
예를 들어서 Вы видите, можем делать комбинации твёрдое тело и газ. Можем делать комбинации твёрдое тело и жидкость. Комбинации жидкости и газ. 우리가 그 여러 그 혼합을 통해서 우리가 새로운 제품을 이렇게 개발할 수 있어요. 예를 들어서 그 고체랑 가스랑 이렇게 혼합을 하면은 새로운 물질이 생길 수 있고 아니면은 그 고체랑 액체 아니면 가스랑 액체 같이 사용할 때 또 새로운 것들이 발견해요. Посмотрите, вот использование разных вариантов структуры вещества для одной и той же функции, для моющих средств. 여기 보시면 이 그림에 그 모든 이 제품들의 펑션이 클리닝하는 펑션을 가지고 있습니다. Это и твердое тело, и порошок, и жидкость, и пена, и аэрозоль, 네. и даже поля. 상태를 보시면 여기 그 고체도 있고 그 파우더로 상태도 있고 액체 상태로도 있고 아에로졸 상태로 있는 제품들도 있어요. Холодная плазма тоже может чистить поверхность. 차가운 플라즈마도 그 우리가 우리 손을 깨끗하게 만들 수 있어요. Я забыл показать. Посмотрите, последнее положение плазмы. И когда мы рассмотрели все наши примеры, касающиеся новых конструкций измерения температуры, я забыл сказать, что мы ведь можем использовать и плазму. И вы знаете, что для измерения температуры мы можем использовать лазер. Если вы откроете Google, вы прочитаете устройство этого прибора. Он называется пирометр. 그래서 플라즈마의 얘기는 빠졌지만 지금 다시 이렇게 말씀드리고 싶네요. 플라즈마도 우리가 잘 활용할 수 있습니다. 예를 들어서 피로미터라는 그런 기기가 생겼는데 그 플라즈마 바탕으로 해서 생기는 걸 그것도 우리가 온도를 재일 수 있는 거예요. 그 기계로. Вот использование твердого вещества и газа для того, чтобы создать новые конструкции и колеса, и мячика, и строительных материалов. 그래서 우리가 고체랑 가스를 잘 혼합을 시켜서 우리가 새로운 제품인 그 공 아니면 새로운 제품인 그런 구성을 가지고 있는 타이어 아니면 건축 자재를 만들어낼 수도 있어요. Вот новая конструкция, не новая конструкция, а это очень интересная конструкция тигля для плавления, который использует и твердое тело, и газ, и благодаря такой остроумной конструкции в городе Гессен в Германии в 15 веке был открыт алюминий. 그래서 그 15세기 때 독일에서 게센이라는 도시에서 알루미늄이 이렇게 생겼어요. 그 알루미늄 제품 자체가 이런 제품을 통해서 생긴 거예요. 이거 티겔이라고 하는데요. 여기서는 고체랑 가스가 가스가 들어간 거예요. 이 제품. Или вот другой вариант использования. Разных, используем другой структуры вещества для того, чтобы получить карандаш с новыми свойствами. 여기도 여러 가지 substance이 들어간 혼합물의 그 제품이에요. Другой вариант использования структуры, использование слоистых структур, слоистые трубы, слоистые пластики. 그래서 그 겹의 개념에 또 새로운 제품이 개발된 거죠. 예를 들어서 그 레이어 개념으로, 겹 개념으로 생긴 제품들이에요. Другой вариант создания товара, понимая, что каждое вещество имеет структуру, имеет цвет, и вы видите интересные украшения для ресторана. 이거는 그 어떤 물질이 자기 색깔, 자기 특수한 그 구성을 가지고 있는데요. 그거를 활용하여 우리가 레스토랑 인테리어 장식으로 만든 제품도 볼 수 있습니다. Опять-таки новые изобретения это опять-таки изобретение из воздуха. Два вещества вместе и больше ничего. 이것도 보시면 뭔가 새로운 물질, 새로운 뭔가 발명이 아니고 이미 있었던 돌을 가지고 철이랑 같이 이렇게 혼합을 해서 이런 위대한 작품이 생긴 거예요. Два вещества, три вещества вместе, слоистые коктейли, новые продукты. 이거는 여러 층을 가지고 있는 콕테일 그런 음료도 이렇게 개발된 거죠. Три вещества вместе, слоистые салаты. 이런 레이어를 여러 층을 가진 샐러드예요. Это трудно? Нет, это не трудно, если вы знаете свойства вещества и знаете, что из веществ можно менять структуру и получать совершенно новые объекты. 그래서 그 어떤 물질을 그 물질의 특성만 알면은 이런 새로운 작품들이 나오는 거예요. Позвольте мне показать интересный вид бизнеса. Представьте себе, что на рынке очень много художников. Много художников и большая конкуренция. Как вам придумать свой товар, если вы художник?
예를 들어서 아주 되게 재미있는 예를 들고자 합니다. 그래서 그 화가들이 되게 많아요. 화가끼리 경쟁을 막 해요. 그래서 어떻게 그런 치열한 경쟁 속에서 자기가 살아남을 수 있겠는가? Один художник обратил внимание, что у арбуза есть структура. У него есть три слоя: зеленый слой, белый слой и красный слой. 어떤 화가가 이렇게 앉아서 생각해냈어요. 수박이 있는데 그 수박은 세 가지 색깔을 가지고 있어요. 하얀 거, 빨간 거, 녹색. И таким образом этот художник создал новый вид бизнеса. Он сделал картины на поверхности арбуза. Я был на выставке. Это мои фотографии из моей камеры. Там было очень много людей. Мы охотно покупали билеты. 그래서 그 화가가 그 수박 작품을 만들기 시작했어요. Это было в Сувоне 4 года назад. 수원에서 4년 전에 그 화가가 전시를 했는데 사람들이 엄청 많이 왔고 막 줄을 섰습니다. 저도 자기 개인 카메라로 모든 작품 다 찍어냈습니다. Теперь вы понимаете, что этот художник ездит по разным городам, устраивает выставки, и он имеет новый бизнес. 그래서 이 화가가 자기 새로운 사업을 이런 식으로 열리게 됐고 지금 나라마다 자기 전시를 하고 있는 거예요. Другое свойство вещества арбуза. Если вы арбуз поместите в какой-то контейнер, и он будет расти, то он примет форму этого контейнера. 아, 또 다른 아, 수박의 다른 그런 면이 어떤 거 있냐면 조그만 수박을 이런 네모난 이렇게 컨테이너에다가 이렇게 고정시켜 놓으면 수박이 커질수록 그 컨테이너 모양을 이렇게 가지게 돼요. 일본의 изобретатель 5 лет тому назад увидел свойства ресурса вещества и времени, объединил их и немедленно получил новый товар на рынке. Этот товар продается сейчас во многих странах. 그래서 5년 전에 일본 사람이 수박을 관찰을 했을 때 시간과 그 수박의 특징을 자기가 잘 혼합해서 활용하면은 새로운 개념의 수박이 생기겠구나 알게 됐어요. Эту идею можно продолжать снова и снова. Возьмите, например, огурец. Возьмите новую форму. На форме будут какие-то буквы. Вы можете сделать огурцы подарки. 그래서 같은 개념은 예를 들어서 오일을 가져서 그리고 컴퓨터에 뭔가 그 글씨를 이렇게 잘 치면 그 글씨가 있는 오일을 만들 수 있어요. Когда мы говорим о каких-то товарах, мы сравниваем товары с помощью очень важного критерия, критерия идеальности. Это соотношение цена-качество, это соотношение количества суммы полезных функций к сумме вредных функций. Но к сумме вредных функций это не только стоимость товара, это еще и стоимость цена владения товара, это еще множество важных параметров, с помощью которых мы можем сравнивать эти товары. Размеры, вес, надежность, удобство в единицах энергии. Мы можем говорить о ресурсах времени, скорость, сделать товар складным. Когда мы говорим о вредных функциях, мы имеем в виду перегрев, шум, плохой запах. 그래서 우리가 그 상품들을 비교를 할 때 우리가 고려해야 될 것은 그 상품에 어떤 안 좋은 기능을 가질 수도 있고 좋은 기능을 가질 수도 있고 예를 들어서 좋은 가치는 어떤 거냐면 그 제품의 사이즈, 제품의 무게, 제품의 편리성 이런 거를 고려해야 될 것이 돼야 되고 근데 안 좋은 펑션을 예를 들어서 이 제품을 몸에 얼마나 안 좋은가 아니면 이 제품은 어떤 안 좋은 냄새를 가지고 있느냐 이런 거를 다 살펴봐야 돼요. Давайте сравним два арбуза, круглый и квадратный. Когда мы говорим о функциях, то у каждого и у левого и у правого арбуза есть пищевая функция. Но у правого арбуза есть еще одна функция, она называется функция удивления или surprising function. 그래서 그 두 가지 수박을 두 가지 모양의 수박을 비교해 봤을 때 둘 다 먹을 수 있는 거예요. 근데 여기 동그란 거는 그냥 먹기만 할 수 있어요. 근데 네모난 거는 하나에 먹을 수도 있고 두 번째는 사람 surprise 놀릴 수도 있어요. 사람을 그거. Я расскажу, что такое surprising function чуть-чуть попозже. Итак, у левого арбуза одна функция, у правого арбуза две функции. 여기 동그라미 수박은 한 가지 기능을 가지고 있고 네모난 거는 두 가지 기능을 가지고 있어요. Но вы знаете, что круглый арбуз может упасть со стола. 또는 동그라미 그 모양의 수박은 떨어질 수도 있어요. 굴러서. Квадратный арбуз не может упасть. 네모난 거는 안 떨어져요. 굴러가진 않아요. Поэтому, когда мы говорим о harmonic function, здесь будет единица, а здесь будет ноль.
여기도 그 안 좋은 기능을 살펴봤을 때 여기 안 좋은 기능이 하나 들어간 것이고 여기는 안 좋은 기능이 없기 때문에 Но вы знаете, когда мы храним круглые арбузы, мы теряем очень много места. Если мы не теряем место, как используем квадратные арбузы, то у нас в один кубический метр поместится разное количество арбузов. 네, 우리가 네모난 수박을 이렇게 저장을 할 때 그 최대한 그 빡빡하게 잘 쌓일 수 있어요. 한 큐빅 미터당 많은 여러 가지 사이즈의 수박이 들어갈 수 있어요. Соответственно, у нас появилось еще одно конкретное преимущество – место, необходимое для хранения продукта. 그래서 이 저장에 있어서는 또 강점을 가지고 있어요. Если вы измерите это преимущество, то круглых арбузов 8,5 арбузов в одном квадратном метре, а квадратных 11,2. Разделите одно на другое, и вы увидите уровень преимущества 0.75. 같은 공간에 11.2 그 양이 들어갈 수 있어요. 그래서 그 인덱스, 그 장점의 인덱스를 계산해 보면 여기는 0.5, 여기는 2.6이 훨씬 높은 것이죠. И вы видите, что у двух арбузов при одинаковой пищевой ценности, при одинаковом вкусе совершенно разные идеальности. У одного 0.5, у другого в 5 раз больше, 2.6. 그래서 둘 다 먹을 수 있는 수박이지. 여기 가치가 훨씬 높죠. Это означает то, что за этот товар вы можете взять гораздо больше денег, и он все равно выживет на рынке. И действительно, эти арбузы, вы знаете, традиционная цена примерно манон, этот арбуз очень успешно продается по цене в 2 раза больше. 2 мана, потому что у него 2 функции. Он может быть товаром подарка. 그래서 이 장점을 생각해봤을 때 가격도 훨씬 높을 수 있잖아요. 왜냐하면 여기 이런 네모난 수박을 선물로 드리면은 Что такое surprising function? Surprising function – это возможность заставить покупателя удивиться и достать свои деньги, чтобы купить его. Вы видите, вот эта девушка всего лишь продает напитки на пляже. Это surprising function에 대해서 설명인데요. 여기 약간 야한 장면이지만 아주 재미있어요. 이 여자가 자기 가슴에 여기는 음료수예요. 이런 식으로. Эта девушка зарабатывает больше $1000 в день. 이분이 하루에 1000불 이상 벌어요, 이런 식으로. 사람들이 이렇게 남자들 음료수를 빨아먹는 거예요. Surprising function – это очень интересное маркетинговое явление. Если у вас есть к этому интерес, вы можете прочесть серию наших исследований на нашем сайте Dressolver, где много лет назад мы его глубоко исследовали, и у нас есть интересные результаты. Мы можем практически для каждого товара встроить нужную часть surprising function для того, чтобы ускорить его продажи. 그래서 저희도 많은 몇 년 동안 계속 그 surprising function 개념을 이렇게 조사를 해왔는데요. 많은 결과물들이 나왔어요. 그 결과물의 발표를 우리 사이트에 볼 수 있는데요. 저 어떤 제품에는 우리가 surprising 기능을 도입을 할 수 있어요. Вы видите, как можно развить этот бизнес с идеей с арбузом. Или вот другая форма, та же самая идея, но другая форма арбуза, это арбуз, который можно подарить в подарок на день Святого Валентина или на день рождения. 이것도 тоже не моя фантазия, это существующий товар. 이것도 나의 발명 아니고 이미 존재하는 그런 상품이에요. Вы видите, как эта идея завоевала умы других изобретателей, вот квадратные апельсины. 그래서 한 아이디어가 발견돼 이렇게 생겨나면 다른 사람들도 막 이제 이렇게 이런 식으로 생각하게 돼요. 아, 귤도 네모 모양으로 할 수 있구나. Вот мандарин в форме треугольника. 귤도 이게 다섯 각도로 이렇게 Вот квадратные яйца. Вот квадратный помидор. Вот квадратные яблоки. Вот квадратные вишни.
Вот огурцы необычные, вот дыня квадратной формы, а вот огурцы необычные. 이런은 네모나지만 그 오이는 여기 별 모양, 하트 모양으로 떼놓으면 훨씬 맛있어요. Это тоже не моя фантазия, это существующие товары. 제가 발명한 것이 아니고 이미 존재한. Понимая и зная свойства веществ, структуры веществ, ресурсы времени и другие ресурсы, о которых мы будем говорить, мы можем придумывать новые продукты, потому что у веществ достаточно много ресурсов. Посмотрите, какими такие формы может иметь кабачок. 그래서 우리가 물질의 특징 그리고 시간 기준 소스를 잘 이렇게 활용을 해보시면 다양한 제품을 개발할 수 있는데요. 여기 보시다시피 가지도 이런 모양을 가질 수 있어요. Посмотрите, какие формы может иметь груша. 개모양이에요. И кабачок тоже. Посмотрите, какие формы может иметь морковь. Это случайно получено, но если это получено случайно, значит это можно делать специально, целенаправленно. 당근 같은 경우는 이미 자연산이에요. 이렇게 이런 식으로 나는데, 근데 그거 보고 우리가 생각을 할 수 있어요. 이런 식으로 상태로 좀 만들 수 있는 오리 모양의 스파크. Все это можно делать не только случайно, но и целенаправленно. И таким образом, пожалуйста, вот идея из воздуха, можно сделать набор форм, которые можно продавать людям, и они могут выращивать не только овощи для еды, они могут еще выращивать овощи для украшения салата. Он берем Важно уметь видеть ресурсы. Вот другой интересный пример. Одна компания разослала приглашения на вечеринку. Эти приглашения были сделаны из шоколада. И опять вы видите увеличение идеальности, две функции вместе. Одна функция – проинформировать вас о том, что у нас состоится свадьба или у нас состоится какая-то вечеринка, а вторая функция – просто пищевая, вы можете в конце концов съесть ее. И если у вас есть малое предприятие, которое производит шоколад, то для вас это замечательный дополнительный бизнес, потому что вы можете брать заказы на производство вот такого рода приглашений. Это совсем недорого сделать. 그래서 초콜릿을 혹시 초콜릿 사업을 하시는 분이시면은 이런 아이디어를 자기 사업에서 활용해 보시면 아주 좋을 거예요. Потому что шоколад очень легко принимает любые формы. 왜냐하면 초콜릿은 아주 그 초콜릿을 아주 Шоколад может быть твердым, может быть жидким, и мы можем из него отливать что-то. Ресурсы ненужных вещей. У нас много вещей, которые мы выбрасываем, но из которых можно на самом деле извлечь какую-то пользу. Ваша идея, как мы можем использовать эти бутылки для того, чтобы создать что-нибудь полезное? И ПЭТ-бомбы 활용하면 어떻게 활용할지 좀 헷갈려요. 여러분 아이디어 들어보시죠. 화분. 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 Можно водку наставить, абсолютно верно. Что еще? Совершенно. Можно построить лодку и на ней плавать. Посмотрите, вы начали отвечать на эти вопросы, потому что я задал вам вопрос. Но вы не стали бы этого делать, если бы я не задал. 제가 여러분들한테 질문을 던지지 않으면 여러분들 생각을 안 하죠. 질문을 던지게 되면 생각하게 돼요. Действительно, из пластиковой бутылки можно сделать более 100 полезных вещей. 이 하나의 병을 활용하면 100개 이상 제품이 나올 수 있어요.
Мы примем устройство, выращивание зеленого лука на подоконнике вашей квартиры. 예를 들어서 이런 화를 재배할 수 있어요, 집에서. да, да. Или вот другие ненужные вещи, которые тоже можно превратить в объекты исключения. 그래서 또 버려진 것들이요. 근데 그거를 잘 활용하면 예술품이 나옵니다. Никому не нужные пуговицы, никому не нужные элементы керамики. 짝이 없는 단추 가지면 이런 작품이 나올 수 있고 세라믹도 깨진 그릇이 있으면 이런 작품이 나올 수 있어요. В части, касающейся новых областей применения существующего товара, у нас есть специальные методики. И примерно 2 месяца тому назад мы докладывали эти методики на конференции компании Евросфер. И если у вас есть к этому интерес, вы можете пройти по этой ссылке и послушать этот доклад. Этот доклад был сделан и на русском, и на английском, и на корейском языках. 새로운 적용 분야에 대한 강의를 한 적이 있었는데요. 이 강의를 들어보실 수 있어요. 영어는 러시아어로 아니면 한국어로 우리가 전에 그런 발표를 한 적이 있어요. У каждой малой компании, которая что-нибудь производит, есть не один рынок сбыта. Надо только уметь видеть эти новые рынки сбыта. Как чунсо-пиоби, они сидямы говорят, что сидямы культурянные сияга и в этом докладе вы найдете примеры из 5 наших реальных проектов, как мы для наших клиентов нашли новые области применения и новые версии их товара. 우리가 그 거기 강의 속에서 5가지 프로젝트에 대해서 발표를 하는데요. 거기는 우리가 그 이미 존재하는 제품에 있어서는 그 제품을 위해서 새로운 시장을 이렇게 시장을 보여드렸어요. Следующая лекция будет посвящена разные ресурсы разных типов энергии. Если мы соберемся снова, то я вам расскажу, как видеть ресурсы энергии, как их использовать. После этого я расскажу, как использовать ресурсы пространства. В одну или две лекции мы не уложимся, но я не думаю, что нужно рассказывать это слишком быстро для того, чтобы просто вам. Я хотел бы детально рассказать вам, как можно пользоваться всеми этими ресурсами. Потом будет ресурсы. Лекция посвящена ресурсам функций, потом будет и functional oriented search, и disadvantage oriented search, как для другого продукта. Потом будет лекция, посвященная ресурсам традиционного поведения людей. Если вы знаете это традиционное поведение, вам не составит труда придумать новые версии товара. 앞으로가 우리가 그 에너지 소스, 에너지 자원, 아니면 그 공간 자원, 아니면 그 결점에 대한 그 자원, 결점에서 어떻게 자원을 얻을 수 있는지, 아니면 그 사람들이 이렇게 본능적으로 행동을 봤을 때 그 행동을 잘 관찰해서 그걸 관련된 개발할 수 있는 제품이 어떤 것들이 나올 수 있는지, 이거에 대해서 제가 구체적으로 설명을 해드릴 수 있어요. Очень важным ресурсом является ресурс традиционных недостатков. 아주 중요한 소스 중에 하나는 그 전통적인 결정 소스예요. И ваши способности мы умеем тренировать людей на базе опознанных недостатков строить модели идеального конечного результата, строить модели физических и технических противоречий для того, чтобы ускорять процессы поиска вами решений. 그래서 우리가 그 트레이드 강의를 듣는 사람들을 훈련을 시켜드려요. 어떤 거냐면 이미 가지고 있는 그런 결정을 어떻게 그 장점을 얻을 수 있는지 되게 완벽한 결과를 얻어낼 수 있는 방법들을 이렇게 모을 수 있는 그런 시선을 이렇게 가르쳐드려요. Это специальные психологические техники, которые позволяют правильно организовать ваши знания в отношении продукта и товара и ускорить ваше мышление примерно в 10 раз. 이거는 바로 심리학적인 그런 비법들이에요. 그 비법들을 잘 활용하면은 여러분들이 이미 알고 있는 지식을 그 이렇게 되게 효과적으로 효율적으로 이렇게 활용을 할 수 있어요. И получить за единицу времени в 10 раз больше идей, чем это может сделать обычный человек, не имея этих знаний. 그리고 이 비법들 모르는 사람보다 여러분들의 그 사고력이 10배로 이렇게 생각하는 그 속도가 10배로 늘어날 것이고 일반 사람들이 못 보는 것들을 볼 수 있게 됩니다. Помните,
шаг за шагом мы должны просто пройти все вот эти ступени для того, чтобы научиться себе, научиться правильно и быстро видеть ресурсы. 오늘은 우리가 1단계만 이렇게 공부를 배웠지만 앞으로 이렇게 7가지 단계를 다 걸쳐야 이렇게 약간 시야가 열립니다. Если у вас нет на это времени, вы можете написать мне письмо и получить эти лекции как видеофильмы. 만약 그 시간이 좀 바쁘신 분이시면 이거는 그냥 매일 주시면은 제가 그 전자식의 그 강의를 드릴 수 있습니다. И проходите это обучение дистанционно, пока вы едете на работу. 교육을 그냥 원격으로 배울 수 있습니다. Спасибо за внимание. Буду рад встретиться с вами еще. 감사합니다.